Друзья мои, всем привет! Андрей Жилин из группы Тори. С 15 июня по 15 июля мы проводим онлайн-выпуск нашего нового альбома, который называется «Орлиная песня». Все это будет называться «Месяц Тори». Это такая акция у нас, мы проводим, в ходе которой, во-первых, мы будем выкладывать наши видео, будем рассказывать о том, как мы этот альбом записывали. Потом проведем небольшой конкурс, в результате которого вручим людям бесплатно наш диск и еще кое-что, поэтому следите за новостями. И примерно через день будут выходить какие-то новые видео, будут выходить обновления, поэтому месяц истории считаем открытым с 15 июня по 15 июля. Следите за нами во всех соцсетях, все ссылки я оставлю в описании, там будет абсолютно все, кому удобно пользоваться Инстаграмом, кто больше привык к ВКонтакту, кто больше сидит на Фейсбуке. Так что не теряйтесь, увидимся. Будет целый месяц, посвященный онлайн-выпуску альбома группы Тори. Почему онлайн? Потому что, сами знаете, пандемия, карантин, когда будут следующие концерты, пока неизвестно. У нас из подтвержденных дат пока что только октябрь. Вот, так что выходим в онлайне, а потом, конечно же, с удовольствием, с огромным встретимся с вами со всеми в офлайне, пообщаемся, ну и, конечно же, поиграем нашей музыки. А за это время у нас накопилось множество всяких новых пьес и мелодий, так что следите за новостями и ждем вас в комментариях. Все ссылки внизу. Пока!